Всем привет! Вот сейчас происходит то, о чем я говорил. Какой-то тип подпалил поле, вон горит везде. Лес вон горит, вон вдоль леса все горит. Приехал, подпалил поле и уехал. Заметить не успели, кто такой. Теперь поле горит, вон хозяин этого поля. Он на тракторе сидит и пытается его там с воды, наверное, доливает. Пытается его тушить, железяку к себе трактору привязал тросом и пытается тушить. Вон там простор для огня. И с той стороны тоже вон, до самого леса. Кругом все. Вот сейчас все это сгорит. Вон те рощи погорят. Ну вот эта вот роща уже как бы погорела. И вон березки перед трактором тоже там. Все практически уже погорело. Вот такие люди. Или не люди. Не люди, не знаю как назвать. Уроды, короче. Сами под себя. Что попало творят. Вон пластает кругом. Вон теперь будет все в дыму. А вот с той стороны сено стоит. Много тюков стоит сено. И тут, наверное, какое-то силосное типа. Яма там или что. И вот если до туда дойдет, представьте себе только, какой там будет пожар. А за этим сеном следом деревня. Буквально метров там 50 до деревни. Дома. Вот там какие-то фермы стоят. И тут вот сухостой. Если вот это все запластает, вон там в той стороне тоже какие-то кучи, видимо, навоза. Вот если все это загорится, тут ни одной пожаркой не потушишь.